Но я напоминаю, что в группе ВКонтакте регулярно проходят сборы на новые SSD, после чего я их разыгрываю, и этот SSD не исключение. Также у меня есть сайт proSSD.ru, где я создал удобные сравнительные таблицы по всем SSD, которые были у меня на обзорах, поэтому переходите, смотрите, сравнивайте и выбирайте только лучшие SSD. Всем привет, с вами Давилыч, и сегодня на обзоре новенький SATA SSD, объем 512 гигабайт, которого еще не было у меня на обзоре. Это Goodram CX400 второго поколения. Кстати, данное SSD можно купить по хорошей, привлекательной цене. Ссылочку оставляю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и покупайте. Когда-то давным-давно у меня была серия CX400 или CX400 на обзорах, но тогда было первое поколение, сейчас второе, и, конечно же, оно не менее интересно. Вообще, Goodram — это польская компания, причем часть SSD, часть продукции производится в Польше, а часть производится в Китае. Но так как у нас заявлено здесь контроллер Phison PS3111S11, то, соответственно, этот SSD произведен точно в Китае на производствах, или в Тайване, на производствах компании Phison. Потому что Phison делает сразу же готовый продукт, и остается только наклеить, грубо говоря, все наклеечки, оформить коробочку. Ну, даже, я думаю, и Phison сама это делает по желанию заказчика. На SATA SSD Goodram есть несколько серий. Это CL100, это CX400 и сейчас Iridium. Это самый топчик. Раньше был на MLC, сейчас на TLC памяти. Поэтому, как мы видим, CX400 — это середнячок. Но, так как у нас здесь простенький контроллер, то, соответственно, у меня есть вопросы. А есть ли смысл вообще делать такую градацию, когда бюджетные контроллеры используются и в CL100, там Silicon Motion, и Phison S11 на CX400? Да уж, интересно, но мы с вами все проверим. Скорости заявлены на SSD 550 на чтение, 490 на запись. Гарантия на данном SSD 3 года, а вот ресурс данного SSD где-то как-то по разным источникам вроде как 350 терабайт. Но это, сразу говорю, информация не точна, поэтому акцент на ней не делаем. Давайте делаем распаковку и переходим к тестам. SSD накопитель Goodram CX400 второго поколения, объем 512 гигабайт, поставляется вот в таком стандартном блистере. С обратной стороны у нас окошечко с видом на наклейку нашего SSD, серийный номер, модель, все, что здесь только можно, все видно. 3 года гарантии, есть информация на русском языке, как рассчитывается объем. Все, больше ничего интересного здесь нет, поэтому сейчас я предлагаю, опа, вот таким вот образом достать наш SSD. SSD у нас выполнен в пластиковой коробке, дешевый пластик, наклейка на всю сторону нашего SSD Goodram CX400, объем второе поколение. На обратной стороне та же самая наклейка, но в прошивка, серийный номер. Нет, это у нас модель, я так понимаю. Вот он, серийный номер. Все, больше здесь ничего интересного нет. Если отклеиваем, то лишаемся гарантии. Что ж, надо вскрывать данное SSD. Никаких гарантийных пломб здесь нет. Поэтому будем все вскрывать, будем все смотреть. Что же у нас находится внутри? Все, готово. Вскрыли, можем увидеть то, что находится внутри. Ну, тут, в принципе, ничего интересного, все просто на защелках у нас крепится. Но мы сразу с вами можем увидеть начиночку. Это Phison PS3111S11. Даже вот по пластику уже можно понять, что этот SSD от Phison. Ну да ладно. И чипы памяти. Два чипа памяти видим. Так, немножечко я тут защелки поломал. И видим у нас чипы памяти. Непонятно, не, скорее всего, микрон, но надо все-таки проверять. Так, теперь надо каким-то образом нам извлечь. Аккуратненько. Все. Вот такая вот платка, вот такой вот SSD. Что ж, с обратной стороны есть места под два чипа памяти, но их нет. Что ж, давайте переходить к
тестом. SSD накопитель Gudram CX400 объем 512 гигабайт, кстати, CX400 второго поколения установлен. Переходим в управление дисками для того, чтобы инициализировать наш новенький SSD. Отлично, вот он у нас определился, все хорошо. Чистый объем получаем 476,92 гигабайта. Далее запускаем Crystal Disk Info, смотрим, что у нас по накопителю будет здесь. Smart параметров мало, хосты чтения отсутствуют. Есть хосты записи, записано 2 гигабайта и 8 включений. Общее время работы 0 часов. Ну да, перед нами новый SSD, но на заводе изготовителя что-то явно проверяли, что-то явно записывали. Температура 33 градуса, и так как это у нас здесь Phison S11, она у нас зашита и никаким образом меняться в процессе эксплуатации SSD накопителя не будет. Но на всякий случай запустим и посмотрим CPU ID. Ну и первый тест, Crystal Disk Mark, 5 прогонов по 1 гигабайту на абсолютно пустом накопителе, запускаем тест. Ну а пока у нас идут все тесты, давайте перейдем на официальную страничку нашего SSD. Объемы бывают от 128 до 1024 гигабайт. В принципе, ничего особенного, обычный 3D NAND TLC, 3 года гарантии плюс техническая поддержка, ничего особенного нет. Так, перейдем в параметры. Вот здесь у нас сразу же указан контроллер Phison S11. Ну и дальше. Заходим в технические характеристики. На нашей версии 550 мегабайт в секунду на чтение, 490 на запись. К сожалению, данных о ресурсе здесь нет, но по некоторым данным здесь 350 терабайт на запись. Давайте посмотрим брошюрку по нашим SSD. Здесь тоже, к сожалению, про ресурс ничего не указано. Ну а скорости чтения записи мы с вами только что увидели. Тесты завершены, получили 474 на чтение, 465 на запись, и все-таки чтение ожидалось побольше. Что касается 4К чтения, практически 40 мегабайт в секунду, здесь все в порядке. Продолжаем тесты, следом у нас AES SSD Benchmark, смотрим, что накопитель сможет нам показать здесь. Накопитель получает 738 баллов, что ж, это простой, достаточно недорогой SSD. Дальше запускаем Auto Disk Benchmark и смотрим, что же будет здесь. Тесты завершены, получаем хороший ровненький график, 528 на чтение и 473 получили в максимуме на запись. Дальше запускаем Adja Video Systems. Давайте посмотрим, что же у нас будет по скоростям здесь. Ну, к скорости записи есть вопросы. Но это недорогой SSD. Теперь сворачиваем все наши синтетические тесты. Для того, чтобы выполнить команду trim на нашем накопителе E через оптимизацию средствами Microsoft Windows. И делаем паузу 15 минут, чтобы перейти к тестам на реальную скорость записи. Времени прошло достаточно. Ну а теперь давайте будем копировать по традиции папочку рендер объем 100 гигабайт с накопителя Samsung 970 EVO Plus объем 500 гигабайт. И так как у нас здесь контроллер Phison S11, то будет небольшой буфер, скорость хорошая до переполнения и низкая после. Так что давайте смотреть. Итак, это у нас кэш оперативной памяти. 410 мегабайт в секунду реальная скорость записи. Так, на наш SSD и смотрим, что же у нас будет дальше. Так, 400 мегабайт в секунду у нас было. И вот, вот после 10 записанных гигабайт скорость у нас упала. И упала она до, так, 95 мегабайт в секунду. Что ж, я думал, будет гораздо хуже. Но все-таки давайте посмотрим, что же у нас будет в конце записи первой папки, объем 100 гигабайт. Запись первой папки подходит к концу, скорость все так же скачет в пределах 90-100 мегабайт в секунду. Что ж, я думаю, на этом тесте здесь нам все понятно, поэтому сейчас ждем завершения, удаляем папку, выполняем команду trim и продолжаем делать тесты. Ну а теперь запускаем утилиту AIDA64 для того, чтобы сделать тест диска на линейную скорость записи на нашем накопителе CX400 и посмотреть, как же ведет себя накопитель при записи всего
объем. Запускаем тест, ждем результат. Тест у нас завершился. Вот такой вот предсказуемый график получили. В самом начале скорости, да, были высокие. И быстро скорость упала и держалась в районе 110-109 мегабайт в секунду. Отлично. Теперь давайте мы посмотрим на контроллер, который у нас здесь установлен. И... Оба-на! И Fison наш здесь не определился. Что ж, запустим Fison для SATA SSD и проверим, что будет здесь. Здесь у нас все отлично. Чипы памяти Toshiba 64-слойная BX3D. И наш контроллер, конечно же, Fison PS3111S11. Вот такой вот SSD. Давайте подводить итоги. Тесты завершены, результаты получены. И, собственно, как и на всех Fison S11, температура здесь зашита на отметке 33 градуса. И что бы вы ни делали, ничего не произойдет. Даже вот на ощупь берешь вот сразу же SSD, пластик чувствуешь, сразу же кажется, что здесь точно дешевый Fison. Ну да ладно, что касается скоростей, ну в принципе они у нас совпали с тем, что было заявлено, да, скажем так. Ну а что касается реальной скорости записи, то получили буфер примерно в 10 гигабайт и скорость до его переполнения была на нормальной отметке 400 мегабайт в секунду, а вот после переполнения упала. И если честно, я думал упадет гораздо сильнее, я думал упадет там до 20-30 мегабайт в секунду, но упала всего лишь до 100, а 100 мегабайт в секунду это более-менее комфортно. Скорость. Ну а в принципе, чего стоило ждать от безбуферного SSD, тут все вот так. Я не знаю, что еще сказать про данный SSD, я не знаю, чего хорошего сказать про данный SSD, я не знаю, чего плохого сказать про данный SSD, потому что CX400 обычная, простая, недорогая рабочая лошадка. И вот здесь у меня сразу же вопрос, а стоит ли покупать CX400, если CL100 стоит дешевле? Ну, тут, я думаю, каждый сделает выводы сам. На CL100 у нас там контроллер Silicon Motion, и там все-таки SLC кэш динамический, то есть от свободного объема зависит треть, скажем так. Здесь вот, собственно, так. Но на цельке, да, там скорость после переполнения была все-таки пониже. Что ж, вот такой вот SSD получился. Покупайте его или нет, смотрите сами. Я лишь вам сделал все максимально подробные тесты и обзоры. Ну и на этом у меня все. Обязательно ставим лайк, подписку. Не забываем про группу ВКонтакте. Не забываем про сайт prossd.ru. И увидимся в новых обзорах. Пока-пока. Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько стоит этот SSD, ссылочка под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. И если все устраивает, можете покупать.